очень попросим. Вот просто, блядь, вот прямо на сцене. Вот прямо залезьте на стол. Вот как вот мы любим, по-владивостокски. И вот спойте нам, ну хотя бы, несколько песен. Во-первых, конечно, очень приятно, спасибо огромное. Неожиданно пошли, договаривались. Но самое, что хотел сказать, во-первых, мне очень приятно быть в этом потрясающем обществе, в обществе, которое представляет такой потрясающий край, реально недурные слова. Я просто 15 дней назад был на ВЭФ, на Восточном экономическом форуме. Мы были с русской медиагруппой, у нас была пресс-конференция. И, конечно, сюда приезжать — это одно удовольствие. Послушайте. Не работает. Друзья, все мы серьезные люди, это известно. Дим, да мы же во Владивостоке. Иначе мы бы здесь не оказались. Вот. А что, аккуратно, дожестив. Ценные вещи.